Смотрите, кого я поймал при попытке к бегству. Привет. Чудесно. Спасибо, мы коротко, по делу ненадолго. Да, ребята, короче, смотрите. Мы все переиграли, теперь я, Марта и Илья. Да. Угу. Что? А, это ты поэтому меня спрашивала, как мне Соня, как она мне на внешность? Ну, в конце концов, а что тут такого? Грязные инсинуации. Все. Все? Так. Ребята, я прошу прощения, я просто перебрала, это была просто шутка, я просто пошутила. А что за шутка-то? А ты хочешь сказать, что ты был не в курсах, что Соня предложила Марте? Так что предложила-то? Групповуху, Антон! А Марте ты тоже такие советы даешь? Марте это неинтересно. Однако она согласилась. Подожди, в смысле, ты хочешь, чтобы я... И со мной у тебя будет все хорошо, и с твоими тёлочками у тебя тоже все будет хорошо, потому что ты, изворотливая сука, пялишься своими телячьими глазами, и все тебя прощают, и ты в итоге всех имеешь. Ты вообще-то за камеру ответственный? Или я опять все должна делать? Опять? Послушай, у нас что, вор, грабитель, террорист? Маша, я охранник, я охраняю. Ты Маша, ты в безопасности. Дурацкая ситуация произошла. Я, честно, прошу прощения, если кого-то обидел. Я не хотел. Я, оказывается, темный человек, ничего не понимаю в свингерах. Так что давайте, все. Забыли.